Представляем вашему вниманию прогулочную коляску X-Lander X-Pulse, предназначенную для малышей от полугода до 3 лет, весом до 15 кг. Перед нами модель 2016 года, которая отличается появившимися накидкой на ножке и москитной сеткой, все колеса не надувные, а также изменились некоторые размерные характеристики. Капюшон легко регулируется одной рукой. Оснащен смотровым окошком сверху. При полностью разложенной спинке коляски капюшон выглядит так. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками регулируются по длине и высоте в зависимости от роста ребенка. Расстегиваются при нажатии на центральный фиксатор. Защитный съемный бампер нисколько не помешает посадке малыша в коляску. Просто отведите бампер в сторону при нажатии на боковую кнопку. Усадите ребенка и верните бампер в исходное положение. Высоту бампера можно отрегулировать при помощи внутренних кнопок. Вот таким образом. Высоту подножки можно отрегулировать при помощи боковых кнопок. Вот таким образом. Внизу мы видим дополнительную подножку для уже подросшего малыша. Наклон спинки регулируется в нескольких положениях до полностью горизонтального при помощи фиксатора сзади. Вот таким образом. Обратите внимание, сиденье реверсивное. Чтобы снять прогулочный блок с шасси, воспользуйтесь фиксаторами по бокам. До 10 месяцев лучше усадить малыша лицом к маме, после – лицом к окружающему миру. Накидка на ножке защищает малыша от ветра и непогоды. Легко крепится на коляску при помощи кнопок. Коляска маневрена за счет передних поворотов колес с блокировкой. Чтобы заблокировать колеса, нажмите один раз на кнопку сверху. Разблокировать аналогично. Если вы едете по неровной поверхности, например, песок или снег, колеса лучше зафиксировать. Все колеса не надувные, устойчивы к проколам. Задние большего диаметра. Колеса легко съемные. Чтобы снять передние, нажмите на черную кнопку спереди. Задние – на кнопку по центру колеса. Внизу мы видим корзину для покупок. Ножной тормоз блокирует сразу оба задних колеса. Опустили вниз, поставили на тормоз. Вверх сняли с тормоза. Педаль тормоза не пачкает и не царапает обувь. Ручка с мягкой нескользящей накладкой регулируется под рост родителя при помощи центральной клавиши. Вот таким образом. Коляска X-Lander X-Pulse оборудована подсветкой для комфортных прогулок в темное время суток. Кнопка включения подсветки находится слева на раме, сама подсветка спереди на подножке. Для корректной работы подсветки требуются батарейки LR44. Батарейки в комплект не входят. Ширина рамы коляски 59,5 см. Сложить раму очень легко. Опустите ручку в крайнее нижнее положение, потяните боковые фиксаторы на себя и толкните ручку вперед. Имеется фиксатор от раскладывания. Чтобы разложить раму, ослабьте этот фиксатор и потяните ручку наверх до щелчка. Вот и все. В комплект X-Lander X-Pulse входят накидка на ножки, москитная сетка и инструкция. Уточняйте комплектацию вашей коляски перед покупкой.